Вот здесь вот вообще очень напряжный момент. Ну все, я не успел. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы продолжаем играть классную игрушку Poppy Playtime. Насколько помню, что если сейчас я сюда пройду, то выбежит игрушка бешеная, и здесь загородится путь. Надо смотреть, куда нам пробегать. Я думаю, что или где-то вот сюда вот, ну хотя здесь закрыто, да, и туда пройти нельзя, или вот эта вот дверь. Давайте будем проверять, надеюсь, на реакцию я успею. Так, я уже боюсь сюда проходить. Все. Так, загородилась. Да, я был прав. Надо сюда бежать. Блин, это очень стрёмно, ребята. Это очень стрёмно. Она сзади. Главное, что не попасть нам в тупик. Она сзади бежит, я слышу. А! Мама. Главное, что? Быть спокойно, расслабленно и не переживать. Что мы и делаем? Мы не переживаем, но очень боимся. Надо было, наверное, направо сворачивать. Но будем бежать прямо. Отлично. Не хочу переигрывать еще раз. Я слышу, как она бежит сзади меня, эта бешеная игрушка. Даже боюсь оборачиваться. Ребята, это очень стрёмно. Это очень страшно. Не рекомендую это играть ночью, как я это делаю. Потому что сжимаются все части тела очень сильно. Мамочка моя. Надеюсь, с первого раза я пройду эту игру. Все, мне жопа. Нет. Это было очень стрёмно, ребят. Я так не хочу это переигрывать. Это очень стрёмно. Ну, вроде бы оторвалось, нет? Бежим. Отлично, ребята. Ага. А что делать? Она ломает двери. Что делать? Куда идти? Ах ты! Блин, я не туда побежал, это получается, правильно? Ого. А, больше не умирай, что ли? Вставай. Да, это когда проигрываешь, такое происходит. Так, а куда надо было бежать? Я же вроде правильно прибежал. Ё-моё, еще раз переигрывать. Ну ничего, ребята. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Давайте просто берем и сразу проходим. Сразу проходим. Хотя, знаете, я не запомнил вообще путь, куда бежать. Будем бежать на дурачка. Так, фонарик, подрубайся. Бежим. Так, отлично. Ребята, это очень стрёмно. Эта игра такая, знаете, на то, чтобы обосраться. Это жесть, боже, как же это стрёмно играть в эту игру. Это сюда. Всё правильно, она сейчас оттуда выбежит, насколько я знаю, нет? Отлично. Ух ты, боже, как же не хочется еще раз это проходить. Бежим, просто бежим, без остановки. Ребята, сразу говорю, если я буду очень сильно тупить, не судите меня строго, потому что здесь еще очень нагнетающая атмосфера музыки. И вообще просто очень сильно страшно играть в эту игрушку. Не знаю, если кто-то играл, то, конечно, это жестко. Дверь, открывайся. Ух. Все отлично. Вот я не знаю, в тот раз правильно пробежал, что зашел в ту дверь, там где тупик был. Я даже не знаю, куда дальше идти. И вот куда дальше? Куда дальше? Я не могу ни спрыгнуть, ни подпрыгнуть. Да что дальше делать-то? Может, надо было рукой что-то хватать? Хорошая идея, наверное, надо было руки использовать или что-то делать. Как раз у меня было время, когда она ломала, эта игрушка, дверь, у меня было немножечко времени. Но надеюсь, пройду, я уже интуитивно сейчас буду бежать. Блин, ну это страшно, честно скажу, немножко напрягает, но сейчас в этот раз уже, наверное, будет немножко легче, потому что все-таки надо было использовать руки, да. Так, вот сюда. Так, бежим. Главное, что не переживать, потому что игра рассчитана на то, что ты будешь переживать и тупашить. А я уже, знаете, уже переживаю, хотя это прохожу третий раз, но я смогу. Чпонь. Так, здесь она сейчас спереди вроде начнет вылазить. Спускаемся.
Здесь прям, знаете, на автопилоте мы проходим все. Так, 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 она сзади. Все отлично. Ну-ну-ну-ну-ну. Вот здесь вот вообще очень напряжный момент. Ну все, я не успел. Я просто не успел. Я вот, знаете, о чем я говорю, что начинаю сильно переживать. Блин, ну сколько раз же мне придется проиграть еще, чтобы это пройти? Но я смогу, ребята, я смогу. Это серия, где по-любому я должен это пройти. Ни быстрых сохранений, ничего никак нигде нету. То есть у тебя есть один шанс это пройти. Это, конечно, жесть. Так, все, на автопилоте. Так, кукла выбежала. Получается, надо там успеть просто мне присесть. Зачем же так разработчик сильно пугает игроков обычных? Тут же сердце реально встать может. Игра очень напрягает меня, если честно. Такая напряженная игра. Так, 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 так. Отлично, сюда. Кукла, конечно, вообще неадекватная какая-то. Отстань от меня, я тебя реально боюсь очень сильно. Прям сзади бежит. Знаете, как это напрягает? Ты как чувствуешь, слышишь, как шаги идут этой игрушки. Ну ничего, будем воспринимать это все как обычное дело. Главное, чтобы я немножечко хотя бы сдвинулся с сюжетом. Потому что, знаете, на одном месте топтаться, опять сейчас зайти туда и не пройти. Но я постараюсь. Я постараюсь. Так, отлично. Здесь мы сразу спрыгиваем вниз. Бежим. Тут я уже помню. О, понял. Дверь, 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 дверь. Так, вот здесь вот сейчас надо что-то мне успеть сделать. Сейчас, 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 бежим, бежим. Что-то вот он медленный, но разбежит этот персонаж мой. Есть! Отлично, ребята, я догадался, что надо мне это было сделать. Фух, надеюсь, сохранение было с этого места, и я уже не буду играть заново, потому что это реально стрёмно. Сейчас, подождите, немножечко передохну. У меня аж нос зачесался, и сопли начали лезть от страха. Ребята, честно, игрушка очень крутая. Хорошо, что я увидел ящик и скинул его. Меня это радует. У меня нет кассет. Вот как мне что-то вставить, если у меня нет кассет, да? А у меня нет кассет. Все. Нет кассет, и все. Вот, значит, нет кассет. Ребят, настроение классно. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайкосики, потому что я выпускаю ролики каждый день и стараюсь снять что-то очень интересное. И даже ролик, который сегодня вышел на канале, а этот, то есть вчера, попал в тренды на 33 место, для меня это уже достижение. Я не понял, что за фигня. Я хожу как дурачок туда-сюда, и ничего не происходит. Так, подождите. Давайте по порядку пройдем, потому что мне кажется, я что-то пропустил. Надо внимательно смотреть. Ну что, у меня же перчатки есть, я могу что-то схватить. Так, здесь упала кукла. Вниз. Фонарика у меня нет. Так, хорошо, по порядку прям. Здесь прошел. Здесь все отлично. Нифига себе, у меня руки стреляют. Прям очень сильно. Мне интересно, эта кукла живая до сих пор или нет? Или она разбилась? Вот ничего не видно просто вообще. Так, вот сюда, наверное, да? Нет, ничего. Ну ничего, я сейчас найду. И не такие игры сложные проходили. Наверное, не надо было мне возвращаться. Давайте все-таки сюда. Мне кажется, сюда и надо мне. Какой-то, может, предмет возьмется? Или дверь откроется сама? Господи, ну что ж ты, Димка, сразу не догадался, что дверь может открыться сама. Ну что, будет за мной еще кукла гоняться или нет? Я бы хотел еще немножко такого, знаете, экшончика, когда ты бежишь и немножечко поджимаешь ноги. О, слышите? Хотел сказать марионетка, но нет. Так, шкаф туда у нас, получается, загородился. Я могу его подвинуть? Нет, я не могу шкаф подвинуть. Здесь все у нас красиво, четко. Очень такая, знаете, атмосферная игра. Она местами и темная, но при этом очень антуражно смотрится. Вот эта кукла, которой мне надо открыть шкатулку, да? Отлично. Ну что, давайте нам еще что-то. Или это конец игры? Ребята, ну что, это был конец игры. Ролик вышел не очень длинный, но очень-очень насыщенным, потому что это было реально сложно и трудно. Да,
Мне понравилась игра, ребята. Надеюсь, вам тоже эта игра понравилась. И уже вы, наверное, видели много прохождений. Кто смотрит мои ролики, а может, никто ни разу не видел. Поэтому, надеюсь, вам понравилось. Давайте посмотрим, что будет в конце. Может, какая-то будет завдаток на продолжение. Подождем. Мы никуда не спешим. Время есть. Какая атмосферная музычка прикольная. Ну, по-любому будет продолжение по одной простой причине, потому что мы выпустили эту куклу, и мне кажется, эта кукла будет дальше нам делать какие-то приколюхи. И будет еще страшнее. Ждем продолжения. По-любому будет. Бета-тестинг. Все, короче, нормально здесь у нас. Все, конец. Будет скример в конце или нет? Знаете, вот бывает так, разработчик делает, что скример в конце надо ожидать. Так. Нет. Ребята, если вам понравилась эта серия и эта игрушка, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.